Всем привет-привет, с вами Флешка, и это «Женские игры», и мы продолжаем нашу рубрику по списку. Сегодня у нас «Зомбо-нечто». Это игрушка «Have to Survive». Для 2013 года, как мне кажется, это была очень и очень актуальная игра. И давайте попробуем. Я почему-то ее спутала с одной игрушкой, в которой был... там были сервера, в общем, я не могла туда доступ получить, потому что игра давно схлопнулась. Но это не то. Картиночка похожа, но не то. Давайте начнем, попробуем. Я небольшой любитель зомби всяческих вот этих вот пострелушек и так далее. Но посмотреть стоит. Стоит. Так, помощь не надо, давайте. Здесь можно онлайн играть. Вот. А можно автономно? Я не знаю, как тут насчет онлайна, потому что игрушка старая. Отзывов у нее немного, они все очень-очень разные. То есть одни крайне положительные, одни крайне отрицательные. И так непонятно. Знаете, вот как на любителя. Давайте, автономная игра, история, чтобы были какие-то задания, потому что я ж не умею играть в игры без заданий. И на одного игрока. Можно на два по сети, я так понимаю, или как-то так. Давайте на одного игрока. Нам предлагают выбрать персонажа. Вы не поверите, у персонажей даже есть история. Вот. Студенточка. У всех персонажей разные показатели. Я, наверное, выберу кого-то с хорошим здоровьем. Это вот такой толстяк, мне очень на Халка похож. Даже не знаю, кого он мне напоминает. Скорее всего, Халка. Но не профессора Халка, нашего любимого зеленого с Твича. А просто Халка из фильма. Такой, знаете, он еще не превратился, но уже и ненормальный. Вот. Здоровенный детина, настоящий качок. У него нету показателя интеллекта, к сожалению. Давайте начнем и посмотрим. Новая история. Я буквально заходила чуть-чуть, чтобы посмотреть, как тут с настройками, звуками и так далее, потому что игра очень громкая. Так, уровень сложности. Я точно не железный человек. Мне, к сожалению, нет опции easy. Вау. Мне кажется, мы разбились. Угу. Судя по субтитрам, наш корабль потерпел крушение, наткнувшись на риф. Место неизвестное, примерное время час дня, состояние сложное. Я схожу как на картинку для 2013 года, мне нравится. Не знаю. Мне нравится вот такой вот диаблообразный вид. О, давайте соберем. Тут что? Помочь тебе? Да иди. О, чайк. А может все-таки помочь? У него же задание. Вот только ради задания. Ну что, чувак, что с тобой? Пожалуйста, помоги мне. Больше нет сил. Весь остров кишит монстрами. Они погнались за мной и окружили меня на берегу. Я хотел шлепнуть парочку, но смотри, подонки меня укусили. Да пристрелить его и все. Эй, я знаю, здесь много лечебных трав. Принеси мне парочку. Они облегчают боль. Скорее, я кровью истеку. Так ты истечешь, истекаешь, или ты можешь истечь? В общем, у нас есть задание, нам надо найти травку. Но я ее уже как бы нашла. То есть я ее могу отдать прямо сейчас, да? Вот мы можем нажать Tab, чтобы посмотреть задание. Смотрите-ка, здесь должна быть достаточно большая карта. Если мы находимся вот здесь внизу, то... Заманчиво. Держи. Спасибо, старик. Эта трава на вкус как дерьмо. Но классная, болеутоляющая. Тебе тоже пригодится, хотя надеюсь, что нет. То есть меня сразу убьют, знаешь. Он надеется, что у меня будет безболезненная смерть. Отлично.
мы выполнили задание, мы даже какой-то опыт получили. Неужели здесь есть какая-то система прокачки? А себе я не могу найти какой-то кусочек травки? Здесь какие-то странные могилы есть, знаете, вот очень странные. А я могу в воду залезть? Нет, не могу. Здесь невидимая стена. А что, себе травки я не соберу? Ну, не, ну так не прикольно. Ты сам тут вштырился травкой, а мне не даешь. Чувак, заспам мне немножко. Короче, везде, куда мне не надо идти, походу, меня тут замуровано. Там скала была. Вот здесь вообще невидимая стена. Пошли поговорим с ним. Он, видимо, что-то еще хочет нам сказать. Может, тут где-то его девушка спрятана. Нам бы девушку найти. Мы такой, знаете, местный Рэмбо будем. Эй, я Эндрю. Не помню, как я попал сюда. Все немного в тумане. Но это место, это кошмар. Кошмар, как в кино. Да ты что? Я один из небольшой группы выживших. Неделю назад мы попытались сбежать с этих островов. Бестолку. Кажется, это невозможно. Многие погибли. Монстры разорвали их на куски. Все, кто у меня остался, мой приятель Реймон. Я почему-то хочу прочитать Рамон. Остальные покойники или ходячие покойники. Реймон ранен и еле двигается. Я оставил его у лодки, пока ищу горючее. Найди его, скажи, что я ранен и застрял здесь. Он на берегу, на восточной стороне острова. Эй, осторожно, смотри в оба. Остров кишит монстрами. Черт бы их побрал. Вот, возьми хотя бы палку. Надеюсь, отобьешься. Здесь, походу, какие-то неправильные зомби, потому что если его укусили, он должен превратиться, или я ошибаюсь? Или он должен умереть? Это... Я не знаю, как это работает. О, он что-то еще хочет сказать? Что, чувак? Рамон должен ждать на берегу. Понял, да? Удачи. Не отменять миссию. Зачем отменять миссию? Я не хочу отменять. У меня есть палка. О, палка, это хорошо. Смотри, левая кнопка мыши, чтобы применить текущее оружие. Я вот видела, что здесь надо долбануть как-то поэтому. О! Эй! Обезьянки. Значит, на восток это... Ну, в принципе, на восток для меня это туда. Почему я иду сюда, я не знаю. Здесь все так же закрыто. Пошли попробуем на восток. Если я не ошибаюсь. Я слышу зомбачей. Он там стоит. Пошли туда. Наверное, через верх как-то надо забраться. Мы нашли аптечку, это замечательно, но мне не дали еще какой-то травы. Вот травка, кажется, да? Вот. И что? Я могу это пробить? Короче, меня что-то сюда не пускает. Позамуровывали везде? Ничего не понятно. Пошли наверх. Здесь какая-то княженция валяется. О, взять. Many zombies who live here. Please stay positive. The situation is desperate, but not lost. Thanks to my survival guide, you will get through this. My guide is a thorough training program to help you survive the most extreme environments. It contains all you need to combat the zombies. Good luck, and see you soon, survivor. Combat is useless against these monsters. Ouch! Always use a weapon. Мне такое впечатление, что мне только что прокрутили какую-то телерекламу, знаете, магазин на диване, и мне всучили книжку. Я еще что-то нашла. Вы нашли деревянная палка.
Смотрите, там зомби. Наш первый бой. Убить. Убить. А, можно жмакать F. Не-не-не, F, F, F. Нет, все, я убил. Все? Эй! А чё зомби такой скучный-то? Ай! Она меня куснула. Она меня куснула! Это F. Что-то у меня появляется F иногда. О, поднять можно что-то. Типа добить или что-то типа того. Хорошо, пошли искать Реймона. О, это что-то, что-то интересное. Лечебный компресс. И что? Почему мне это сюда показало? Это, видимо, какой-то новый предмет, поэтому мне его показали. А зомби на меня бегут? Бегут. Ну, палка как-то хорошо справляется. О, следующая страничка обучения, видимо. О, у нас задание, наверное, собрать, знаете, все странички обучения. Вот здесь их много, я вам скажу. Так, спрячусь в кустике. Я буду как в танках стрелять из кустов. Нет, вы не подумайте, я в танки не играю, я просто вижу. Я в танки не играл, я просто рядом стоял, называется. Знаете, как в этих мамочках. Хорошо, еще какая-то травка. Мне нравится, ребят. Это не те сильно заумные пострелушки, которые можно увидеть в более продвинутых играх. Ну, такой, знаете, браузерный слэшер. Просто побить зомбачей очень похож на Диаблку. Вот, только про зомби. Хотя в Диаблке тоже есть зомби. На тот момент зомби это была главная тема, и поэтому не странно, что тогда выходило столько игрулек про зомбачей. Что, собственно, меня совершенно не смущает. О, пустая бутылка. Здесь еще заявлен какой-то крафт. Вот. Насколько он полезный или еще что-то того, я не знаю. Давайте попьем водички, она, видимо, чистая. Интересно, где отображается вот наша потребность в воде или еще чем-то. Сейчас посмотрим. Above a hurt monster to make an instant kill. Печально, что даже когда я выбрала в настройках управление с клавиатуры, я это именно в настройках выбрала, мне все равно обучение показывает под геймпад. Но я как бы не против, я и так все пойму. Но нам надо друга найти, друга чувака. Не нашего друга. У нас друзей нет. Потому что мы качок. Я шучу. Что-то восток. Как в Майнкрафте новом. Не надо чистить ударами. Надо просто замахиваться хорошо. Вот как, пока он лежал, надо было его добивать. Кажется, вот там вот чувак где-то. Надо туда добраться. Пошли. Достанем его. Я пропустила момент добивания. Смотри, сколько их. Я опять пропустила момент добивания. Да что такое-то? Вот. О. Ох ты ж, ёшкин кот. О, мне очечку дали. Нет, это игра не... Ой, не для детишек. Возможно, с контроллера было бы удобней. Не знаю. Немножечко смущает то, что нельзя вертеть камеру. Мне бы хотелось местами повертеть камеру. Ниточки нашли. Замечательно. Ой, там что-то, что-то. Нет, мы отсюда пришли, да? Звуки замечательные издают просто.
Урчащие зомбачи. Это уже мы приближаемся к цели, видимо, поэтому... Воу, 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 воу. Ребят, по одному. Я же одна, а вас много. Немножечко меня покусали, но не так, чтобы сильно. Всегда можно скушать аптечку на Q. Я вот не знаю, вот эти могилки, это, видимо, игроки, которые либо поддерживали игру, либо которые на сервере вот играли, или что-то типа того. Так, так. По одному вот так вот. Молодцы, по одному. Да, умницы. А ты кто? Я надеюсь, я Реймона тут за компанию не убью. Ой, новое обучение. Drawback Rules. Chapter 2. Healing. Cut. Disembowelment. Ouch. To be a survivor means to have injuries, yet live. So, if you get injured, and you will, do not fear. Help is at hand. The islands are full of medicinal plants to treat your wounds. Eating these plants will help you to regain your health. For more serious wounds, put the leaves in a cloth to make a poultice. Finally, I have left some presents for you. The medkits are powerful gifts. They will fully heal you in a flash. So, never give up. Die, monsters! Ha! Это замечательное напоминание о том, что подорожник, он-то все поправит. Вот это очень интересно, мы что-то нашли. То, что здесь можно лутать, сразу делает игру круче. Вот серьезно, лут делает игры великолепными. Любую игру возьмите, добавьте туда лут и все. Флешка ваша называется. А здесь что? Там домик мы сейчас обыщем, конечно. Я забываю жмакать на это F. Вот, мы пришли к чуваку, но мы сначала обыщем домик. Чувак, ты подожди, я уже все зачистила. Если ты столько времени ждал, то и теперь подождать сможешь. А что, у тебя здесь ничего нету? А кто рычит-то? Я слышу где-то рык. Пустая бутылка. Может, мы сможем что-то варить? Или хотя бы настаивать? Итак, чувак здесь. Здесь у них лодка, да? Здесь вот инструменты. Я не буду пока что ничего собирать. Возможно, оно надо по заданию. Привет, чувак. Он совсем раненый. Привет! Эй, ты кто? Где Эндрю? Ты видел Эндрю? Где он? Черт! Все, счастье. А, вот счастье привалило. Если его укусили, все, крышка. Рано или поздно он станет одним из них. Меня тоже куснули, поэтому я отрезал себе ногу. Умничка. Мою ногу! А что делать? Я хочу убраться отсюда живым. Как насчет тебя? Нет следов зубов? Нет? И ты прошел только с этой клюшкой? Сильно. Слушай, если Эндрю укусили, мне кирдык. Помоги мне, я тоже тебе пригожусь. Я знаю, как тут выжить. Будем держаться вместе. Вот, держи. Тут кругом куча всякого хлама. Если хочешь выжить, учись, как им пользоваться. Усек? Или ты, или тебя. Думай и действуй. Давай за мной, уже темнеет. Хочу тебе кое-что попросить. Давай, не робей. Мне дали мачете, это замечательно. Мачете я люблю. Оно сразу в руки взялось. Он куда-то туда пошел, но я не хочу туда идти с ним. Я хочу взять вот инструменты и еще что-то нашла. Еще какую-то травку. Используйте мачете, чтобы проходить заросли. О, это великолепно. О, новая книжка появилась. Чувак, ты будешь меня обучать? Что здесь? Кусок ткани. Что ты хочешь мне сказать? Есть план. На прошлой неделе на соседнем острове мы нашли старый грузовой самолет. Он малость помят, но что мешает его починить и убраться отсюда? На лодках можно плавать между островами, но по воздуху это единственный способ убраться. Эндрю должен был найти горючее для самолета. Теперь это твоя работа. Проблема в том, что ночь на носу, и ты должен знать, по ночам тут бродят действительно жуткие твари. Не говоря о других монстрах, эти твари до черта.
до черта агрессивные, да? Они нападают только в темноте и боятся света, так что свет можно использовать против них. Я дам тебе свой фонарик и отправляюсь в деревню. Только, пожалуйста, разожги мне костер. Нам надо как-то разжечь костер. Давайте прочитаем обучение. Вот это поворот. Здесь еще есть навыки. Крафт, навыки, лут. Да это замечательная игра. Это так. Вот. С. Ай. В. В. Где мой инвентарь? О, отлично. Так, это инвентарь. А где навыки? Цели. Навыки. Разжигать костер. Это бесценно. Хорошо. Давайте попробуем разжечь. И нам для этого ничего не надо. То есть у нас все с собой есть. И мы можем, кстати, взять с собой горящую палку. Супер. Ну что, чувак? Молодец, спасибо. Теперь я могу держать их на расстоянии. Держи фонарик, как обещал. Встретишь монстра, свети ему в морду. Он отстанет ненадолго. Окей, отлично. Вернемся к нашим баранам. То есть к бензину. Мы получили фонарик. Сохрани автосохранение в 2013-м. Мне нравится эта игра. Пошли обыщем его лодку, посмотрим, что там есть. Может, что-то можно взять? А, здесь надо стартер... То есть ее надо собирать. Оки-доки. Хорошо, он подумал и решил нам дать задание. Перед тем, как мы разбились, я заметил деревеньку. Ты не найдешь ее на вершине острова. Возьми мачете и фонарик. Думаю, ты справишься. Если на этом острове есть горючее, оно там. Так что найди канистру, только не пустую. Все понял. Найдешь горючее, мы почти свободны. Буду ждать тебя здесь. Извини, если бы я мог бежать. Ха, хотя бы идти, то пошел бы с тобой. Итак, у нас есть новая цель. Добраться до деревни и найти там канистру. Я хочу инвентарь, хочу взять в руки мачете. Ой, я выбросила этот. А как поменять оружие? Я хочу, например, взять... Вот, взять... Вот, а это я просто выбросила, я не могу держать его в инвентаре. Хорошо. А вот это можно... А нельзя совместить? Совместить. И что получилось? Интересно. Что у нас еще есть? Цели, навыки, характеристика, инвентарь. Видимо, совместить это крафт. И я не знаю, как светить фонариком на самом-то деле. Вау! Наконец-то я добралась до кнопочки F. И я могу теперь пробираться вот через эти заросли. Через елочки. Давай! Ну, еще чуть-чуть. Все, этого должно быть достаточно. Замечательно, замечательно. А это что? Я могу это взять? Нет, походу нет. А я бы хотела. Чайка! Откроем охоту на чаек. Ой, здесь трупы. Много трупов. Я могу их пока пропсать? У флешки очень странное желание. Если что-то можно поделать в игре, я хочу это поделать. И меня смущают вот эти могилы. Мне бы хотелось их залутать или еще что-то. Ой, смотрите, какое заграждение. Я не могу проломать заграждение. И мне не нравится освещение ночью. Оно противное.
Иди сюда. То есть я его от... И что, мне так всю ночь стоять или что? Нет. Вы какой толстый. Он реально толстый. Так. И очень темно становится. Просто нереально темно, как по мне. И страшно. Так, мы здесь были. Ой, их уже двое. Мне нужен уголочек. Мне нужен уголочек. И что дальше? Интересно, ночь сама пройдет или что-то надо сделать? То есть, если я буду стоять на месте, ночь закончится или нет? Я немножечко погуляла. Видимо, пока стоишь на месте, ничего не происходит. Давайте почитаем книжку. Замечательное руководство. Ну что ж, так. Ночь – это прекрасный способ прокачаться. Нет, 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 вот. Они вот убегают и не дают себе поймать. Итак, по карте мне надо добраться к поселению. Вы видите, знак восклицания красный. Но проход, то, что ближе ко мне был, закрыт. Поэтому надо искать обходные пути. Я совсем чуточку разобралась с картой. Куда здесь идти, вот еще не очень понятно. Потому что, здесь вот заросли, которые раньше я не могла. Что, привет, привет, иди сюда. Иди сюда, мой ходячий кусочек опыта. Опыт это отлично. С опытом я смогу прокачать какие-то навыки. И вы мне в этом поможете. Дружбаны. И вот теперь я могу ломать вот эти заросли и пробираться к деревне. Знаете, я втягиваюсь. Давай. Ах, не та кнопочка. Хотелось как-то добивание включить, но это не то. Что у нас по карте? Ну, в принципе, я иду правильно. Да, мне вот сюда. Вот, все, обошли эту загогулину. Меня кто-то постоянно догоняет. О, олень. Еще зомби. Самое прикольное забиться где-то в уголок, то есть пристраховать себе спину и потом добивать это все, что на вас ползет. Потому что если спина не пристрахована, то они могут спокойненько вот сзади подойти. О, это походу рассвет. Замечательно. Надеюсь, что на рассвете уже не будут бегать вот эти страшные твареньки. И мы походу уже пришли к деревне. О, здесь что-то бронированное. Видите, я не могу это сломать. О, зомби. Я думала, выживший. Нет, это всего лишь зомби. А эту дверь я могу сломать? Эту могу. Отлично. Зелье меткости. Великолепно. А что у нас здесь находится? А здесь, походу, ничего нет. Пройтись, взять... Я что, выбросила мачете или что? Или я нашла еще одно? Нет, это не бьется никак. К сожалению. И что дальше? Что нам говорит карта? А, карта нам говорит, что я пошла не туда. Здесь показывается бочка, что как бы здесь можно набрать топливо, но я еще не нашла канистру. Значит, мне надо немножечко
вот сюда. Такая коридорная штуковина, вот как дьяволка. Вот серьезно, дьяволка только про зомби. Это прекрасно. Я что-то нашла. Кусок ткани. Видимо, куски ткани потом можно на бандажи всяческие применять. Ой, за деревом же ничего не видно, ребята. Давайте как-то на нормальную местность выходите. Спасибо. Здесь еще кто-то что-то дропнул. Смотрите, сколько этих ников здесь светится. Я про могилки. Видимо, люди здесь часто умирали. Но мы не будем повторять их ошибки, правда? Опять забронированная штуковина. Я могу разжечь здесь костер, кстати. Интересно, если ночью разжечь костер, они, ну, можно встать у костра, и они не будут к вам подходить, наверное. Тоже хорошее решение. Ну, деревня — это прекрасно. Деревня — это значит много лута. И смотрите, сколько я уже играю. Может, потому что это на нормале или что? Не особо-то и сложно мне. А я еще тут... Я взяла деревянную палку. И я взяла еще классические стрелы. Прям классические. Или деревянную палку я выбросила. Вот, добили. Бутылочка? Есть бутылочка? Чувак, у тебя есть бутылочка? Я не могу ее взять. Или могу? Или там было много палок? Там, наверное, было много палок. Растюшка. Катушка. Ой, здесь бронированная дверь. Вот именно с ней мне надо расправиться. Что будет, если попить? Водичка восстанавливает здоровье? Нет, к сожалению. И вот еще один тип заборчиков, видимо. Я здесь все обшарила. Ну, как бы... Возможно, здесь можно спуститься. Ну, выглядит, что да. О, я могу здесь спуститься. Но я как-то не очень хочу. Это, видимо, какие-то специальные травки, которые для ачивки используются. Давайте посмотрим, что он скажет. Этот юмор. Прекрасно. Нас обучают крафту. И это замечательно. Давайте посмотрим. Значит, нам предлагают совместить катушку ниток с... Я могу вот с этим совместить. Я получила веревку с крючком. А у меня нету гибкой палки. Это стрелы. Это деревянная палка. А мне нужна именно гибкая палка. И где мне ее взять? Я ее еще не нашла. Я хочу гибкую палку. Я хочу крафтить. Раскидать всех. Качок в действии. Встаешь, иди сюда. Всех раскидали. Замечательно. Я сделала какую-то нитку с крючком, никому не нужную. Вот еще инструменты нашла, к счастью, потому что я те использовала. Я не знаю, они израсходовались или нет. О, цветочка какая-то. Голубой цветочек? Милота. Давайте попробуем убить оленя. Нет, я думаю, что у нас не получится. Он какой-то очень шустрый. Куда мне надо идти, ребятки? Я уже зашла слишком далеко, мне точно не сюда, мне надо что-то там сделать. Там дверь светится красной, надо попробовать в нее войти. Здесь что-то перекрыто. Так, где я? Я опять не там, где надо.
Взять ржавый мачете. Мне больше не нужно. А, ты больше одного мачете носить не будешь. И зомби здесь респавнятся, то есть можно спокойненько себе ходить и, например, фармить что-то, опыт, тканюшки, что там падает из зомбачей. Никто вам этого не запрещает. Если вы любители гринда, такие как и я, то welcome. Итак, мне надо сюда, по сути, да? Но как? Открыть. Ой! И сейчас на этот звук, короче, придут все зомбачи, я правильно понимаю? Я здесь же ничего не вижу. Вот, пришли зомбачи. Пристраховались у стеночки. Они еще оттуда выходят. Вы это видели? Они будут идти на звук. И этим можно заниматься, видимо, бесконечно. Ой, кусаются. Опыта мне. Опыта. Убегаем, короче, отсюда. Ой, гибкая ветка. Это то, что надо. Пошли отсюда, потому что как-то очень страшно. Я могу набрать отсюда топливо? Нет. Видимо, в предыдущей вот этой деревеньке надо это сделать. Пока там звуки, все зомбачи должны идти туда, я надеюсь. Да? Я права? Где топливо? Где топливо-то? Мне показывало, что вот где-то здесь. А, костер там. Это костер там. А бензин, вот мы оттуда пришли. Зайдем с другой стороны. Зайдем с другой стороны. Вот жалко, что как бы очень мало моделек для зомбачей. Они все одинаковые просто. Такое впечатление, что взяли кучу клонов и их подняли. Зайдем с этой стороны. Где-то здесь должна быть заправка. Или это на заправке мы и были. Как там заправить канистру, я не знаю. Так, где мы? Вот, правильно идем. Заблудиться очень легко. Звук уже ушел, да? Вот, где-то здесь. Ну, как с этой штуки набрать? Видимо, надо взять в руки канистру. Мне кажется. Давайте возьмем в руки канистру. Выбрать. Или она полная? Она, скорее всего, полная. Хорошо, давайте совместим это с ниточкой. Ей, лук. А теперь надо брать мачете и совмещать с просто веткой. И так каждый раз. Совместить с мачете. О, можно с палкой совместить. Давайте попробуем совместить с... Не с палкой, а с камушком. И что мы получили? Я что-то не особо поняла, что мы получили, но можно попробовать еще раз. Итак, совместить с этим. Мы получили недоделанный деревянный топор. Для завершения нужен ящик с инструментами. У меня есть. Все, у меня есть топор. Деревянный топор – сильное оружие для ближнего боя. Из-за веса оружия атаки замедляются. Еще бы показывали какие-то вот значения, сколько что наносит урона, было бы вообще замечательно. Давайте вернемся с этим бензином к нашему другу. Да, монстры респавнятся на тех же местах. Хорошо. Я принес. Ну и отлично. Должен сказать, я не очень-то верил, что ты выживешь. Спасибо, что разочаровал, амиго. Этой канистры должно быть достаточно. И... Черт, смотри! Похоже, еще один выживший. Сходи, проверь, кто это, а я пока лодку приготовлю. Будь спокоен, когда вернешься, все будет готово. У меня есть подозрение, что он просто свалит без нас. У нас новый уровень. Замечательно. Можно посмотреть в инвентаре на навыки, которые у нас появились. У меня есть целое одно очко. Мы можем быстрое прицеливание выбрать. Ловкость рук позволяет перезаряжать все виды оружия быстрее. Позволяет делать зажигательные стрелы. Способность создавать щиты.
И строгая диета замедляет снижение уровня жажды и сытости. Я, кстати, его даже не видела, честно говоря. Вот, но... нет, назад. Назад. Все. Отлично. Ну, достаточно долго мы поиграли. Это, видимо, показатель того, что мне понравилось. Игрушка простенькая, ненапряженная. На данный момент она у меня стоит то ли 16, то ли 18 евро. Конечно, по такой цене она сейчас явно не дотягивает. Вот цена-качество сейчас не дотягивает. Но, у нас же есть летняя распродажа. Если у вас получится заполучить ее как-то подешевле, то, я думаю, любителям слэшеров она точно зайдет. История, квесты, крафты, лутик. Мне нравится. Я втянулась. На этом все. С вами была Флешка. И всем пока-пока.